Как включить показ процента батареи, процента заряда на устройстве HTC Desire 20+. Вначале открываем пункт настройки, после чего спускаемся вниз и выбираем пункт батарея. Где она? Стоп. Вот, вверху даже. И здесь есть кнопочка battery percentage, то есть процентаж батареи. Нажимаем и видим, вуаля, у нас теперь показывается заряд нашего аккумулятора. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!